Ну, национальная идея в России уже найдена, это русская идея. Какой национальности вы ищете идею, собственно говоря? Если вы ищете для нас, то это русская идея. А русская идея, она такая надмирная. Это спасение всего мира русской культурой, русским языком. Всем тем, что у нас есть. У нас креативные мозги у молодежи. Просто надо занять всех одним большим делом. Это строительство такого собора виртуального, в который все войдут все люди, все организации и займутся одним хорошим, светлым делом. И прекратятся войны, несправедливости. И Россия, по всем пророчествам, она должна спасти весь мир. Вот это и есть русская идея.